Это тебе подарок. Это Земля, Луна, Марс. А цепочка — это путь, по которому я вернусь к тебе. Просто запомни, чем дальше я улетаю, тем меньше расстояние, отделяющее меня от тебя. Единственное, что я всегда точно знала про себя, это что я хочу первой полететь на Марс. Всего 3 года. Даже не успею соскучиться. Я совсем ненадолго. Эмма в 20 миллионах миль от тех, кого любит. Ей нужно знать, что о ее семье заботится. Я с этим справляюсь. Уверен? Я нужна ему больше, чем когда-либо в жизни, а меня рядом нет. Думаешь, только тебя преследуют жертвы, которые ты принес ради этого? Могу лишь представить, что ты сейчас переживаешь. Стой! У нас чрезвычайная ситуация. Как все было? Она застыла. Я не привыкла сдаваться. Я смотрю туда. Вы смотрите не в ту сторону. Ты должен доверять мне. Доверие. Но его нужно заслужить, командир. Мы напуганы и раздражены. Сейчас главное поверить друг в друга. Знаю, каким бы ни был результат. Вместе мы победим все. Мы еще не делали ничего опаснее, чем то, что нас скоро ждет. Мам, я тебя люблю. И не страшно, что ты бросаешь меня. Мы точно вернемся домой. Ты моя причина. Причина держаться крепко.